Привет, у меня для вас отличная новость. В Волгограде открылась еще одна школа телевидения Юлии Грицук Hello TV, только уже в Красноармейском районе. Через несколько секунд мы сможем с собственными глазами посмотреть презентацию школы телевидения. Я хотела еще год назад записаться в вашу школу. Но, к сожалению, то, что я живу в Красноармейском районе, да, и в центр ездить нереально. Когда я увидела, что в нашем районе открывается, очень обрадовалась. Расскажи, как у тебя сегодня настроение? Хорош. А чего ты хочешь научиться здесь? Ну, выступать на сцене. А какое у тебя сегодня настроение? Отличное. Долго существует, развивается школа телевидения. Три года назад это первая школа, сейчас, друзья мои, у нас четыре школы телевидения в Ростове, в Краснодаре, в Волгограде и сегодня в Красноармейском районе. Кто смотрел и хотя бы раз заходил на телеканал Hello TV, поднимите руки. Отлично, молодцы. Как у тебя сегодня настроение? Нормально. Нормально. Хорошо. Отлично. У меня веселое. Хорошее. Отличное. Настроение отличное. Позитивное. Я буду вести предмет продюсирования. Что это такое? Продюсирование. Да. Как вы считаете, чем занимаются родители? Еще средства. Так, еще какие есть варианты? Средства, наверное, для того, чтобы продюсировать, да? Еще тема проекта. Сразу вам скажу, что на тележурналистике придется много работать. Работаем творчески, работа очень приятная. Жду вас на своих занятиях. Я хочу подавать у вас актерское мастерство и также заниматься с вами телеканалом. Я думаю, наши занятия будут проходить весело, забавно. Несмотря на то, что многие из вас сейчас смотрят в пол, я думаю, спасибо, что пойдем в концерт. Я думаю, всем будет интересно и вам на самом деле повезло. Все мои репетиции проходили либо в центральном районе, хотя я сам родом Красноармейского, либо вообще в Москве, а вам тут, я надеюсь, ехать очень близко, поэтому рад буду вас всех здесь видеть. Расскажи, как твое настроение? Хорошо. Отлично. Просто. Хорошо. Отлично. Отлично. У меня отлично. Я очень рад. У меня прям просто суперская. Сейчас я буду называть фамилии, единственное, здесь они вперемешку вместе в центральном районе. Поэтому, если кого-то нет, то все равно им аплодируйте. Будем называть следующего. Захар Кощеев здесь. Закончился открытый урок, расскажи свои эмоции. Мне очень понравилось, очень интересно, весело. И интересно, что будет дальше. Съемки. Хочется попробовать сниматься. Классно. Хорошо всем. Ребят, девчонки, молодцы. Хороший урок сделали. Спасибо. А тебе как? Мне все очень понравилось. Особенно последнее фото. Спасибо всем. Вообще прям классно. Мне тоже очень понравилось. Мне понравилось, что меня фоткали. Ой, мне очень все понравилось. Понравились педагоги. Все такие хорошие, добренькие, красивенькие. Мне очень все понравилось. Я хочу учиться в этой школе. Ну все. Мне, конечно, все понравилось. Также хочу учиться в этой школе. Все. Даже не знаю, что сказать. Мне очень понравилось. Интересно побывать на первых уроках. Интересно, они как вообще будут проходить. Вообще, по телевидению узнать побольше. И много эмоций даже, не знаю, выразить это сложно. Открытый урок подошел к концу. Хотелось бы пожелать всем ученикам ставить цели и идти к ним, несмотря ни на что. You thought you'd set the bar, I never tried to work it out, we just lit the fire.